В этом году в акции «Вы не одни» не так много участников, всего 14. Но всем им нужна реальная помощь. На носу зима, и некоторые из пенсионеров могут просто замерзнуть. Светлана Вадимовна Ланцова 4 года назад принесла инсульт. Она заново училась говорить, ходить, несколько лет не могла встать с постели. За это время участок зарос, забор обвалился, крыша дома прохудилась. Ну, я как Дедушке Морозу. Мне только что у меня это самое, хоть это меня видно было, это людям, а то они уже не видят меня. А еще Светлане Вадимовне нужны котел для обогрева и ходунки, чтобы она могла передвигаться по дому и хотя бы иногда выходить во двор. Вот она здесь льет благим матом. В доме Любови Сергеевны Бугарковой течет крыша. Муж недавно сломал ногу, да так и не оправился. Ковыляет на костылях. Забраться на чердак супругам не под силу. Течет, льется, во всех местах течет. Вот раньше, где там был стояк, там значит, закрыли. Ну, время от времени все поднимается, кто залезет, то поправит. Поправить и помочь Любови Сергеевне, и не только ей, можете и вы. Было бы желание. Все подробности акции, а также список участников и того, в чем пенсионеры нуждаются, на нашем сайте teleobjektiv.tv. Давайте докажем, что они не одни.